Привет, мой друг. Наше агентство заказало убрать 3 цели. Но есть одна проблемка. Эти цели находятся прямо в центре праздника. Хорошо, что у меня есть читерское оружие. Например, рвотный пистолет. По его мычанию, ощущение, что ему понравилось. Он, конечно, не умрет, но если ты играл в эту игру, ты знаешь, что дальше будет. Теперь следующее читерское оружие — это телефон. Вот так вот. О, нет, я не то взял. Сори. Еще разочек. Попытка номер 2. Никогда не берите чужие телефоны. И осталась третья цель и еще одно читерское оружие, хотя оно мне очень сильно нравится, это шприц с ядом. Лихорадочный. Покойся с миром, друг. Ну давай, иди уже, мне не нужны свидетели. Красопед. Ты даже не почувствуешь мой укол. Молодец, 47-й. Весь папа пошел. Он бы гордился тобой, если бы ты его не убил. А что там наша шоколадка? Ай-яй-яй, какой плохой мальчик. Вот так нельзя же, а? Ты же в гостях. Какая у меня грязная работа. Ну, пожалуй, на этом все, мои друзья. Я, конечно, не быстрый спидранер и не попрошайка, но если тебе понравилось мое прохождение, можешь поставить лайк и даже подписаться на канал. До скорого. Берегите себя. Ну-ка, интересно, на каком я там месте? Эх, 510-й. Даже в сотню не вошел. Вот блин. Пойду-ка я на кухню, подниму свой скилл. Еще раз всем пока.